Очередное пополнение приморского отряда «Тигр» проходит подготовку на одном из полигонов ТОВ. Губернатор Олег Кожемяка передал бойцам средства разведки и связи. Коллектив, который уже себя зарекомендовал лучшим подразделением, лучшим батальоном в составе Министерства обороны. Вот, ему придана и тяжелая техника, придана артиллерия. Это очень дружный коллектив. Уже на протяжении более года находится там, воюет. Все уже имеют определенный жизненный опыт. Это одна большая дружная семья, в которую вы вливаетесь и с гордостью будете носить это звание, значит, бойца «Тигра».